Еще в октябре этот вопрос был включен в повестку заседания Государственной Думы. Затем парламентарии заявили, что принимать решения по этой теме каждый субъект должен самостоятельно. После этого некоторые регионы нашей страны приняли конкретное решение. Кто-то выбрал отдых, кто-то выбрал работу, а кто-то предпочел и вовсе обойти эту тему стороной. В информационном агентстве ТАСС представили инфографику решений по 31 декабря в субъектах страны. Зеленым на карте отмечены регионы, в которых последний день в году объявлен выходным на законодательном уровне. Синим – регионы, в которых либо приняли решение оставить этот день рабочим, либо вообще ничего не решали. Как и в любой другой вторник, жители отмеченных территорий пойдут на работу. Красным выделены субъекты, в которых губернаторы рекомендовали перенос рабочего дня 31 декабря по согласованию с трудовым коллективом. При этом в Новосибирской области правительство региона точно будет работать в этот день. Волгоградская область пока что в числе синих. На сайте телеканала «Дождь» рассказали о губернаторах Псковской области и Ставрополья, которые решили сделать 31 декабря выходным днем после опроса среди жителей региона в Инстаграме. Голосовать «за» или «против» люди могли в Инстаграм Сторис. В обоих субъектах «за» выходной проголосовали более 90% пользователей. Но вернемся к Волгоградской области. Сетевое издание «Волгоградская правда.ру» сообщает, что один из депутатов областной думы выступил с предложением признать 31 декабря выходным. Однако на последнем в этом году заседании облдумы, которое пройдет 19 декабря, этот вопрос в повестке отсутствует. Мы решили спросить у волгоградцев, настроены они работать в последний день старого года или нет. Это плохо, безусловно. Ну, хочется подготовиться, отдохнуть и после работы, придя, не лечь спать, а нормально отметить. Очень хотелось бы, чтобы 31 декабря был выходным днем, чтобы семьи могли подготовиться к празднику. Мне кажется, 31 декабря должны все готовиться, семейный праздник все-таки. Большинство респондентов также отметили, что если бы им предложили отработать в любой другой выходной день, а 31 декабря отдыхать, они бы согласились. Но пока подобных предложений от местных властей жителям региона не поступало. Иван Богданов, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1».